Скажите, пожалуйста, а почему среди всех генералов, которых вы перечислили, вы не назвали Пиночета? По-моему, еще можно назвать два десятка, но я не собираюсь быть ни Пиночетом и ни подобным. Назвать вам еще тех президентов, которые были когда-то генералами. Согласен? Конечно. Просто я впервые с вами встречаюсь, я слышал, что вы очень недовольны были взглядом в свое время. Взгляд разогнали. Как вы считаете? Это вы взгляд, да. Идите, извините, от вас идите, чтобы у нас плохо не получилось. Я не хочу с вами. Нас уже разогнали, так что вы можете быть спокойны. Вы космополиты. Вы космополиты, вы вредные для народа люди. Так нас уже разогнали. Понимаете, вот у нас, жалко, нас жалко, уже нет. Не до конца. Не до конца? А до конца это нас надо расстрелять, как вы считаете? Кому вы нужны, Господи? Вас история расстреляет. Вас расстреляет история. А вас? А мы будем патриоты всегда на коне. Россия всегда выходила только за счет патриотизма. Спасибо вам большое. Пожалуйста.